Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Популярный российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев предстал перед публикой в совершенно неожиданном образе. Его внешность значительно изменилась и даже повергла россиян в шок. Как выглядит звезда культовых фильмов, в своем инстаграм показал певец Кайметов. Судя по всему, два заслуженных артиста России в скором времени порадуют поклонников новым совместным проектом. В микроблоге автора и исполнителя появились фотографии с очередных съемок, в которых принимали участие звезды бригады Дмитрий Дюжев и Владимир Вдовиченков. Похоже, россиян ждет очередной комедийно-криминальный сериал. Меж тем подписчиков больше интересовала не премьера фильма, а внешность Дюжева. Лицо актера претерпело серьезные метаморфозы. Реакция подписчиков оказалась весьма неоднозначной. Некоторые пользователи сети признались, что не сразу смогли распознать артиста. Они обратили внимание на покрасневшее лицо и общую брутальность звезды экранов. Подписчики даже начали сравнивать Дюжева с популярным героем комиксов Халком. Конечно, не исключено, что метаморфозы были обусловлены гримом. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.